хочешь скрыться от нечестного пенальти и дерьмового гола? А представь, что он еще и празднует таким вот образом. И после этого ты... Плачешь? А если эта гадина забила тебе такое богохульство, да еще и тралит, празднуя гол? Я тебе расскажу, как можно минимизировать неприятный опыт от празднования гола соперника. Во время игры в онлайн жми паузу, затем в Setting Visual и поменяй параметр Celebrate Camera Focus со Scoring Team Default на User Control Team. Дублирую на русский язык. Настройки, отображение и меняй забившая команда по умолчанию на команда под управлением пользователем. И теперь, если вы пропускаете гол и соперник начинает так лебезить, камера будет сосредотачиваться на ваших понурых игроках, а это видеть в разы приятнее, чем улыбающегося Мбаппе соперника.